Всем привет, пилоты! С вами Гиф и очередной выпуск новостей по Элите. Да-да, вы не ослышались, есть немножечко что рассказать. Фронтиры огласили планы на 2024 год и обещают, что мы увидим. Обновление 18 — это следующее обновление, в котором игроки смогут атаковать торговецкие титаны. Обновление 19 будет содержать в себе полную переработку Power Play. Вот это действительно интересно, возможно, смогут возродить этот режим для большинства игроков. В игре будет добавлена новая игровая функция. Здесь я позволю себе не гадать, что это такое, узнаем позже. И последнее из новостей, будет добавлено 4 новых корабля. Первый из них — Питон МК-2, вы видите на экране. Один из них, предположу, наверное, будет Пантер Клиппер. Но Фронтиры этого не заявляли. И два еще каких. Буду держать вас в курсе. На этом все. С вами был Гиф. И удачных вам полетов.